енисейского завода ферросплавов. Искусственно созданная, на красноярцах отрабатываются западные технологии цвета психосоматического воздействия. Это цитата из открытого письма ветеранов завода «Крастишмаш» Владимиру Путину. Оно появилось на одном из информационных порталов города. В письме ветераны просят президента разобраться в ситуации. Бывшие работники завода тяжелых экскаваторов уверены, красноярцев ввели в заблуждение, а ферморганцевое производство принесет только пользу. Между тем, противники завода тоже писали письмо Путину, но пока ответа так и не дождались.